делайте, блядь, что хотите. Блин, мастер, ну что задним-то сдал? Как же тактика террора? Как же ГП? Хотите ГП, я могу дать. А ЕП? А ЕП? Смотрим. Так, у нас, ребята, самый лучший вариант — это 2-3 трая дать разобраться, в чем дело, убить минут за, ну, не больше, чем за час, и потом в окоп идти, там быстренько почистить два босса. Может быть, робота потраим. Сегодня до упора играем. Завтра продолжаем. Че, я танк или три танк? 4 давай. Ну, я так думаю. А всех топовых ДПС распекли в танка, нахуй, нормально. Вот. Хули, надо увидеть, чтобы рейд не умирал. Если рейд умирает, то вообще шансов нет. А если рейд живой останется? У тебя 4-4 есть на варе? Да. Вот, видишь, это топовая пружинка уже охеренная. Мне кажется, надо тончить кому-то. Ну, или тебе, или мне ханта с его петом. ДК держит босса. Ну и другой варт звезду, либо ромбик. И ДК звезду, либо ромбик. ДК тоже косты может сбивать. Хотя там... Лучше вар на звезде, потому что косты хилерские. Вот, ну, там турбо, в принципе, сбивает. Шаман. Турбо не успевает сбивать. Шаман. Там успевает все турбо. Нет, у него раз 27 секунд сбивания каска. Ну, он сбивает только тогда, когда танка примораживает. Когда протовар не приморожен, он может сбить. Микстурка тут. Чё, ты будешь на ханте, наверное, да? Я думаю, это полегче будет. Нет, микстурка. Ну ты, наверное, на ромбике так и будешь. Алиса, ты тут? Да. Давай в этого, в БДК, а ДК говно танк. Одевай 4-4. У меня билда нет. А, 4-4. Как такого? Это нет билда? Что у тебя не... есть? Не, у меня есть билд под 4-4, нет под Т5 билда. Нихуя не понял, у тебя есть БДК танк? Да, есть. Вот ты спекайся. Одевай 4-4, все. Ну вот, как раз на том, на гиганте спекнешься, вон холи будешь, ты трэш танчи дай. Мы не пойдем на гиганта. Почему? Потому что мы... Потому что у него токены не падают. Потому что почему? Потому что мы... У него токены не падают, и мы от него босса не убили. Понятно, токены, все понятно. Ну, итак, Войд на звезде, я на кресте, Алиса на квадрате, микстурка на ромбике. Сначала звезду, потом ромбик, потом крест и босса. Готовимся. Ребята, когда начинается пул, вы хилы, прежде чем пулить, заходывайте, засчитовывайте рейд, потому что проходит огромнейший дамаг. Еще раз. Сейчас я поставлю активацию, попробую поговорить гимны на ХП. Зачем звезду ставить дальше? Прожимками мастер танковский по команде. Ну или в принципе, если дашь прожимку, то говорите танки, кто сдал ее. Поставив звезду дальше, я не могу, мне надо релогаться. Дальше это где? Вольт, смотри, поставь ромб наверх на лестницу. Наверх. А звезду поставь вот где Виби стоит. Не надо, нахуй, нахуй лестницу. Вот тут страшно. Войд, ты тут. Мастер, ты, блядь, не хилишь рейд, вот я тебе так скажу.
А ты болеешь, Валея прыгает. Валея болтов и шот с тотемом ваншотнет человека. Я тебе могу сказать 100%. Тотем ваншотит только если на боссе, нахуй, он есть. И еще раз говорю, две обилки босса, это рейдер мертв. Нужно сделать так, чтобы избежать две угрозы одновременно. Для этого их нужно поставить как можно шире. Еще раз говорю, тотем огненный будет только один за весь бой. Два тотема никогда не будет огненных. Будем давать прожимки, ну, на время вот этих болтов или тотема по очереди, чтобы снизить дамаг по рейбу и хилить рейд на фулл хп. Ваша задача хилить. Бокрус, Виби, вот что дан. Бокрус. Давай, чёрт. Хоттайте рейд, засчитовывайте сначала. Заходайте всех, а то минус пол хп сразу будет с пула у вас. Даю отсчёт. Дальше В. Захил на фулл хп. Алиса, сюда подведи. Под меня. Хеклол на хп. У меня ваншот было тупо. Ложимся, ничего не делаем. Кто тебя ваншотнул? Босс? Кто? Меня тупо не хил. Холли паладин не справится. Ну, две автоатаки и волна на 40 кусков. Ну, так если мастера не хилить, конечно. Вспышка света, это что такое? Маликет, ты тут? Ну, тут написано... У меня за 11 секунд прохил зашел один вспышкой света. Я символом, сюда. Блядь. Маликет, ты тут? Ты в кого частицу кинул? На... танка босса? Алиса. Да, он не прохилит, но тут надо две частицы, блядь. Он двоих не прохилит, потому что он стоит слишком далеко. Да нет, почему вы мне сказки рассказываете? Ты кастуй свет небес в мастера. Ты можешь кастовать и в него свет. А он не небес. Достает, вроде. Как если там стоит. Так, блядь. Ну ему надо ближе подойти. Так подойди, ёбаный в рот. В чем проблема? Ты хилишь два танка мастера и Эвинар. Короче, подойдешь ближе, там тотема нет, ты не должен доставать. Блять, вы пиздец, я... короче, я не знаю нахуй. Вы видите дамаг тут большой? Тут надо хорошенько хилить танков, хорошенько хилить рейд. Цепух побольше. Софул ребаф быстрее раздали, меньше скорости. Кинул они. Давайте я крылья со старта дам на мастера и все, плюс 60% будет. Он старт по-любому переживет, там 10 секунд бафа идет. И заходите его тоже, чтобы он бежал там. Я могу вот отойти на портал Локовский, бля, и кинуть на мастера крылья? Можешь. Спокойно. Баб даем. Все, я на пуле отойду, дам крылья, и все, и там пал будет хилить нормально. Должен пережить. Так, по мне просто ни одна хилка не зашла, все нормально. Надо, ребята, уже дело смотреть. Надо убивать этих мобов. Смотреть. Надо выживать. Убьем звезду, будет проще. Выживайте. Хеклоу КД. Присты главное избивайте. Остальные присты без КД гимн, я так понял. 5 гимнов есть. Хеклоу, у тебя КД, плюс они. Вот, все остальные есть. Все готовы, давай чё. Хотаем рейд, считаем. Дальше В. Захиливаем на фулл хп и быстрее. Отвернёшь его спиной от меня. Быстрее на фулл. Шансунг на хп. Бьем.
Джованни на хп. Мастер прожив. Захиливайте рейд на пул. Чего, Геру не давали? Нет. Давайте Геру, чё вы? Бычи. Ладно, хильте, хильте. Микстурка прожимку, бычи головы на хп. Хильте себя. Финка на хп. Чула на рейд. От тотема, Далин тоже тотема. А смотри, сколько он выстрелов кидает. Он 5. Несколько целей сразу, значит его надо как-то убивать, хер знает. 5, нет, можно поменять ромбик с крестом. Вы этого босса убивали? Я не доебываюсь, я просто спрашиваю. Нет, да, убивали. Багом, когда всепожирающая чума убивала тотем с одного удара. Если поставить тотем за колонну, он не будет стрелять вот так во всех. Да. Давай. Ну, во-первых, начнем с того, что в копии летят. У меня за бой влетело 3 копья. Кого? Ну, в шамана. В шамана влетело 3 копья за бой. То есть колонны, ну, видимо, не работают. Ну, так же и с тотемом будет тогда, я думаю. Ну и что будем делать? Ну, смотри, Войт, давай рассуждать логически. У нас есть три жестких угрозы. Это тотем, это баба, которая прокастовывает жесткое АУЕ, и парень, который кидает в рейдеров копья и ваншотит их. Все, что нужно сделать в этом бою, это развести угрозы как можно дальше, чтобы они не пересекали, чтобы не возникало ситуации, когда влетает тотем и влетает в аллея болтов во весь рейд. Их просто нужно расставить шире гораздо. И расставить его так, чтобы они хилов. Тогда делаем так. Мы могли прохиливать. По одному разбираем аккуратно. Крест у нас будет стоять на лестнице тогда. Ромбик будет стоять за колонной. Через колонну как раз таки тотем не должен, по идее, пробивать. Ну сейчас заодно и посмотрим. Да, звезду первую сливаем. И если мы ханта начнем сливать, тогда будет каст нахуй у босса, блядь. Если мы начнем нахуй сливать этого, блядь, шамана, то будет тотема у босса, блядь, сильнее нахуй два раза. Точнее, не два раза, 50%. Поэтому бабу надо забивать. Нет. За колоннами стоит босс и хант. Ой, какой хант? Я могу сказать, как все стояли в пике Блиндерс, но мне кажется, вы так не сделаете. Ну, в гильдии, в которой я была. А в ромбике была хил. Везде был главный босс. Вот везде столб... был... А, везде. Да, везде был главный босс. Затем столбом был, по-моему, хант. И вот где-то тут был тотемщик. Или наоборот. Хант за столбом, и вот тут вот... Вот. Я точно не помню, но, короче, либо хант, либо тотемщик. И либо тот или другой за этим столбом, я точно не помню. Но вот в ромбике точно баба... То же самое, что и, блядь, у нас просто с другой стороны. Это как, блядь, лича решать, нахуй, с правой стороны танчить или с левой, блядь. Ну это переминуслагаемый, да, сумма меняется. Кого нам надо держать вместе, вот в чем вопрос. Сейчас же все хорошо было с тобой, с этим станком, который держал ханта. Да, было все нормально, но вам можно просто тотемщика отставить подальше, чтобы он не работал по рейду. Можно просто поменять. Тотемщик идет вместе с этим, блядь, в квадрат. Вместе с главным. Ну да, можно и так попробовать. Мне я говорил, что ромб, если туда ханта ставить, его нужно еще выше туда вносить. Еще выше, чтобы просто там стояла ханта.
ваша мания будет на руке. Я хотела сманять меня. Холик, Пал, встань на исходную позицию. Ну, по идее, в Асгардов все стояли вот тут, где я прыгаю, на, когда они убивали звезду. На. Где-то вот тут. На. При том, что босс стоял вот тут, на, где квадрат. Ну вот отсюда достает спокойно. Не, слишком далеко. Не, ну смотри, то есть Холика мы поднимем. То есть главная нам задача Крыса Холика... Нам нельзя это убивать вторым, потому что босс начнет и замораживать после звезды, и кастовать звезду. А будем бегать каждый раз, нахуй переключаться туда-сюда? Смотри. Да-да-да, метка босс квадрат. Ромбик это тотемщик. Ромбик тотемщик, его надо где-то крест поставил, возле... туда поставить ром. Там... Возле квадрата. Там два кармика будет. Нет, тотемщик вместе с боссом. Какого хуя он там должен стоять? Давай попробуем, вот смотри, давай попробуем последовательность, по которой мы сейчас били, потому что сейчас танка, который танковал Хантера и босса, его не сложило, все было хорошо на протяжении минуты. Давай попробуем ту же самую последовательность, где у тебя сейчас стоит метка крест, где-то поставил там далеко, туда поставим тотемщика, это метка ромб. Просто крест на ромб сейчас поменяй и попробуем. Можно вопрос? Ну давай так попробуем, если танк не сложит, и все пройдет хорошо, и тотемщик не будет по рейду работать. Если нет, то поменяй. Какой вопрос, кто там хотел что? Я вот Асгардов смотрю, у них типа стоит шаман наверху ступенек, а босс основной стоит вот на палатке справа, вообще не на метке, а вот, блядь, в углу вот на палатке, вон там вообще в упоре. И... остальных, ну, первого босса, который заливает, вот он стоит, где микстурка. Финка, да вот на ютубчике я могу ссылку сбросить, 38 минут. Мы смотрели эту ссылку, давай такое сделаем. Вот палатка. Вот палатка справа, за меткой, за звездой, вон он стоит в углу. А, главный босс... палатки, говорите. Да, главный босс, там танчат двух, они... ну, вот Асгарда я смотрю видос, они танчат... На Шаркиса и Каратиса или что-то. Да не принципиально, где конкретно танчить. Вопрос в том, что развести как можно дальше угрозу. Ну вот они прямо, они вообще сильно разводят. Он танчит вот тут, вот стоит. Я за это и топлю, собственно, с самого начала. Еще вот момент. Главный босс вот стоит на квадрате, а сейчас скажу, а Шаркиса становят чуть правее. Четвертый танк его отводят за колонну. Вот сюда вот. Вот за колонной он стоит. Они его, ну, они их разводят, они не в одной точке стоят. Шаркис вот здесь стоит за колонной. Вот где мастер стоит. Ну да, они разводят. Шарки стоит тут, а главный стоит вот на квадрате. Ну они рядом стоят, но их танчат разные танки, но при этом вот Хант, он стоит за колонной, то есть он как бы рейд не видит. Секунду. Я поставил звезду. Он сказал, там где микстурка. Не, рейд стоит правильно, между двумя колоннами. Глубже просто надо уйти. Глубже.
То есть, чтобы крест не видеть красный. Да, даже, ну вот правильно, да, вот глубоко стоит. И при этом, как бы, вот они танчили шамана вот тут вот, на первых, ну, на конце ступенек, вот здесь. Я же говорю, если далеко ромб. Он его танчил вот здесь где-то, а потом, чтобы рейд доставал, он его спускал где-то вот сюда максимум. Вот до сюда он спускал ее. Ну, не... Нет, стрела у них радиус... Не-не-не, они вот тут... Сори, вот тут вот, вот здесь он. Они его примерно вот так вот его танчат. Так что ты говоришь там, ё-моё? Вот здесь. Где-то под 45 к колонии они танчили. Но глубоко из луны они не выходили, РДД точно не выходит глубоко. Они все стоят, ну вот, отсюда, максимум они двигаются, как бы, ну, окей, между колоннами, вперед. Холли Пау надо менять позиции, потому что он должен хилить меня и Алису. Не, смотрите следующим образом. Меняем немножко. Крест танчит микстурка, потому что там прошибает сильнее, блядь, под исступлением. У них хилил Холли Шам вот один... здесь. Вот тут вот, у них хилил Холли Шам вот тут где? Вот. Стоял. Ну, где стоит Маликет, он вот тут стоит у них, Шам. То есть Шаман там хилит вдвое волну, а Холли Пау? И Шаман получает дамаг от звезды, от ромбика. А вот тут у них стоит, короче, какой-то приз, но, по-моему, я не знаю, не могу сказать. У них тут просто на карте я могу сориентироваться. Вот тут приз стоит. Нет, грубо говоря, надо просто Маликета поставить на соседний вот этот вот поребрик, так сказать, направо. И тогда он будет прохиливать квадрат, крест, и то есть мы остальные рейдовые хилы будем работать по нему. А кто по ромбику будет работать? Ромбика должен шаман доставать. Пардон. Получается, Маликет по ромбу будет работать и по еще одному танку там определить. По звезде, окей, тогда шаман будет по кресту и по квадрату, но это тоже хуйня. Потому что крест кидает копье. Там должен Холли Пау хилить. Ну да, 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 то есть в этом связке тут точно Холли Пау. Холли Пау стоит в месяц. Да. Здесь где-то так, да. Да. Тогда я на кресте постою, если он там соло будет. Похуй. Прожимки я дам под эту хуйню. Да. Не даст пизды. Потому что не даст пизды. По идее, не должна. Кого я танчу? Босса главного, кого, блядь? Танчили тех, кого танчили, просто в другом месте. Так, еще один нюанс. РДД хилы, вот от колонны до колонны широко встаньте, не стакайтесь в одно место, потому что вихрь всеми поднимает, вихрь дебаф минус каст. Соответственно, поэтому хилы тормозят с прохилом. Да, надо разойтись между колоннами по всей ширине, они расходятся максимально по ширине. Но не выходят вперед, то есть вот, ну, середина колонны — это потолок, куда можно выйти. Чего ж, блядь, не хватает? Нет, крестик я танчу. Все как было. Да, ты звезду. Алиса квадрат. Хан, смотри, встанешь вот сюда, и если будет исступление у креста, будешь пытаться его снять. Я тебе скажу, когда исступление. Знаешь, как снимать? Вася, это просто дебаф, сам чекни, он вообще исступление классифицируется или нет.
Ну, похуй, посмотреть можно. Окей. Давайте по конкретике. Кого первого бьем, да и все. Звезду. Все, поехали уже, блядь. Дал ШВ, захитите на пункт ХП. Только прожимку. На пункт ХП поднимаем. Геру дайте, зергаем звезду. Алиса, прожимку. Дал прожим. Хорошо, Алиса, не давай. Хеклол на ХП. Алиса, прожим. Их столько убили. Тотем 22к, ближний бой 17, 17, 15, тотем 17. Пошли, Лока. Ты сказал 2-3 трая. Да, да, конечно. Чё? А, ну осталось 4 миллиона. Мы почти убили. Сейчас первый. Проблема, опять же, в вихре. Потому что Малик этот достает. Тотем. Вопрос один. Если шаман стоит на двоих танках, почему у тебя на первом месте цепуха? С чего ради-то я стою на двух танках, если по рейду работаю? У нас хэпал вроде стоял, не? Хэпал что, на троих танках будет стоять? Только поэтому и, блядь, умер микстурка. А как вопрос нахилил ретрик больше, чем пятый слот лачдан? Как? Правосудие, Света. Right. Поэтому ж по рейду у нас работает трип. Хила. Далин, финка, бычья голова. Лачедан работает по микстурке и по звезде танку. Да. Холипал по кресту и по квадрату. Чё непонятно? Давай, чё, Ван, говори, чё хотел сказать. В чем проблема, если мы заливаем первую звезду, чтобы не вести через весь зал, поменять местами с квадратом и крестом, и квадрат с крестом тащить в другой стороне? Еще, наверное, будет квадрат вот сюда поставить, а звезду рядом, только с другой стороны, чтобы не вести звезду. Так как вначале я и говорил, блядь, пойдем. Нахуй вот вести ее через весь рейд-то, вот мы теряем секунд 20, пока она там идет, блядь, пока все встанут, блядь. А то, что копьем людей... Сразу, убивало. Давайте поставим ее наоборот. Копьем людей вообще не убивало сегодня. Хотя он кидал копье в рейд, я видел. А вот он же ману режет, а если он в МДД попадет, он же, блядь, ману не будет резать, он сразу все хп. Он одно копье максимум кинет. Ну все, давайте тогда меняем что. Да. Ну, так, по идее, и танчили, блядь. Я не знаю, как какой ты стороны смотрел, Финк. Есть у меня человек.
Тыкнышка. Ой, Феклому начислите за одного босса. Ну. Я его кикнул с рейдом. Сколько там, 1000 ЕП, да? А далее на зачем уходить? Чё случилось? Плюс 4 у человека. Лок, Уморан с нами всегда ходил. Хороший ДПС. Ша, прочитай. Я вижу, что 40 метров рейндж. Есть ли у Лучедана символ на волну исцеления? Тайм-то идет, а человека-то нет у нас. Ален дает еще один трай. Еще один трай, окей. Сейчас с дискордом. Еще дальше звезду. Вот тотем достанет ром 100% до миликов. Вот еще дальше. Вот куда-нибудь, не знаю, вот сюда ее подальше поставить. Чтобы она своя уехала и не доставала эту всю лажу. Здрасте. Ну, примерно там. Ну, от ромба до звезды все-таки примерно. Ну, ребафы раздали, краски не вижу. Умора, да? Да. А что нам толку за его? Нам нужен эрдру. Придется чуланом бегать, спекать. Всех нахуй переспекаем топовый ДПС. Так, арча на пул. Разойдитесь в хилы, чтобы мы на торнадо не сидели все вместе в один момент. Алиса, куда ты повела нас? А было сегодня дадут или нет? Геро нахуй. На момент забрать. Получу данную ману залейте. Тормозит. Блять, заберите там по раскатам, мне 20к вносит за секунду. Первый вопрос, Алиса, почему ты квадрат туда повела?
А дело в том, что пока, блядь, Алиса туда вела, нахуй, я проебал босса, блядь. И он Шансунга ваншот. А при чем тут я и то, что ты проебал босса? Не, Войд, я к тому, что хилы тратили на меня время, потому что спараскат меня чуть не ваншотил, им приходилось меня на фул поднимать, я чуть тебя его танчил, понимаешь? А как бы они хилили микстурку, например, или там тебя. Ты видел наш хпс, блядь? У нас нахуй и так нормальный захил. Он не в том проблема, нахуй. Ну так ты посмотри, от чего парень. Тотем раз, нахуй. Тотем два, блядь. Вот где я умер, можно стоять хилам, можно хилам спокойно разойтись. Если копье не ваншотит, то можно спокойно разойтись хилам, потому что у нас много хилов и ДД, РДД, точнее РДД на торнадо висят. Хилам можно спокойно разойтись гораздо шире. Ну, так, чтобы они под АУЕ не попадали. У нас тут, нахуй, у Мороша зайдет. Что ты скажешь? Я тут, я слушаю. Ну вот. Че, мы в море просто так, когда повесили? Короче, Умора, ты завтра будешь в это время? Ну, раньше. Да. В 7 часов у нас завтра. 19:00, короче, пересбор сюда же. Я понял. Смотрите, по поводу тотема, чтобы он не убивал, что вы не уводите двух боссов на 45, даже 50 можно. Да им рассказывают, они не слушают, им насрать. Холипал в соло хилит двух танков. Не-не, парни, можно я скажу? И вы не подумайте, я тут не умничаю, просто я этого босса убивал 3 дня назад после фиксов. А фишка такая, что у нас было два хулипала, мы шамана водили в один угол комнаты, а ханта водили в другой угол комнаты. То есть на тотем поебать, на ваншот хантовский поебать. Тупо здесь ставили в звезде эту суку, мы тупо ее убивали, бежали всем рейдом, убивали ханта и в конце убивали шамана. То есть нас не ваншотал хант своей залупой. И нас вообще никак не тревожил тотем шамановский. Точно такую же тактику. Я вам расписывал еще 4 дня назад. Меня все послали нахуй. Сказали, что это хуйня. У Холипала ренджа 60 метров. Он хилит. 60 метров, чуваки. Давай я зайду на Холипала без проблем. Я понял. Да не, проблема-то в том, что у нас, блядь, смотрю на Лачудана, блядь, смотрю я соло, блядь, стою, дамаг получаю, а у меня цепуха влетает. Ну, как бы, ну, если возможен такой варик, например, завтра захватить умору, как бы я буду, ну, чтоб не зря, 19:00, но завтра сброс заходи, блядь. Если, типа, как бы, вариков не будет, то как бы... Когда повесили, поэтому должны забрать назад. Ну, там, где я держал босса, он не ваншотит. Он меня просто сорвался по той причине, что я, блядь, смотрю, нахуй, Алиса ведет в другую сторону. Я, блядь, проебал босса из-за этого, нахуй, ору, блядь, Алиса, отведи оттуда босса, нахуй. Мой косяк еще, нахуй, был тут. Потом, блядь, я отвожу туда, смотрю, где Алиса своего босса держит. Смотрю, блядь, а моего босса уже нету. Заебись, нахуй. Как долбоеб бегаю, ищу его. Ты еще в инсте, Войд. Я вот здесь стоял, я вот здесь сдох. До меня тотем не доставал. Ни хант, ни тотем. Меня била только эта дура из параскат. Тема сдохли. Дальше меня, я не знаю. Ну, я проебал и босса, и мамба. Так что все правильно. Видишь, я Starfall позже, намного позже дал, специально, чтобы Хант не вызвал этого педрила, меня не бил. Один хуй на меня прибежал, но я не... ХЗ. Просто варом у меня только один рейндж атака, нахуй. Только одна.